Алоха, криптовалютчики, я рад приветствовать вас на своем канале. И хочу сегодня с вами поговорить об очередном стартапе. Об очередном интересном стартапе под названием Beatrix. Beatrix – это просто-таки будущее. Я сейчас попытаюсь максимально лаконично в двух словах объяснить, о чем этот проект. А проект этот о блокчейне, об электроэнергии, вообще об энергии в целом и о телекоммуникации. Beatrix – это блокчейнизированная платформа, экосистема энергии и телекоммуникаций, внедряющая свой уникальный RX-токен. Это коллаборация нескольких компаний в разных сферах, в сфере энергетики – это Energy Towers, телекоммуникации Nainx и Fiber One, финансовых услуг Finesse AG, биогазовые установки Bioconstruct, СМЕ промышленности инженерия GBZ и Hacker, а также университет, целый университет, институт технологий Карлсруэ. Так вот, все эти люди объединились в единый проект под эгидой Beatrix для того, чтобы предоставлять недорогие, экологически чистые, стабильные услуги энергии и телекоммуникации людям, которые больше всего в этом нуждаются. В первую очередь, людям из африканского региона. В двух словах, про проблемы региона мне вам рассказывать не стоит, как живут люди в Африке, не здорово они там живут, энергия дорогая, условий никаких. Так вот, Beatrix предлагает крутое решение, это установка энергетических башен. Это запатентованная технология, то есть первая часть Beatrix экосистемы, это запатентованная буйонси технология или технология плавучести, гибкости, так ее можно назвать по-нашему, позволяющая эффективно производить электрический ток, а совсем не из электроэнергии. Сейчас эта технология тестируется. Различные системы, башни построены на основе этой технологии, будут иметь различные размеры и мощности, от 1 до 50 мегаватт. Давайте попытаемся в двух словах, попытаюсь вам объяснить, что же это такое. Да? Вся фишка заключается в том, этой экосистемы, что благодаря этой запатентованной технологии и при сотрудничестве с Bioconstruct компанией, о которой я уже рассказывал, будет возможно, чтобы энергетические башни выдавали, так сказать, биогаз, то есть газ, который образуется из твердого навоза, жидкого навоза и энергетических культур. Такая технология сэкономит природные ресурсы, превращая биоотходы в пригодный для использования продукт, при этом уменьшая вредоносное воздействие различных удобрений на почву. Друзья, это только часть. Это только часть, вы видите, вот здесь просто огромнейшее количество информации у них на сайте про экосистему, про токен RX, это токен стандарта ERC-20 платформы Ethereum, про детали краудсейла я вам расскажу потом, с помощью этого токена можно будет покупать, продавать энергию, естественно, ориентир на то, чтобы африканский регион, особенно сельские местности, получили более простой доступ, чтобы услуги телекоммуникации и доступ к энергии стал для них дешевле и проще. Конечно же, все будет построено на блокчейне, с помощью смарт-контрактов, чтобы все было прозрачно, понятно, без третьих лиц, что поможет, конечно же, удешевить. Обо всем я вам рассказать не смогу, видите, у них огромное количество информации про дорожную карту, про токен, про команду, я уже вам поведаю в следующих видео. Друзья, рекомендую настоятельно читать white paper проекта, 62 страницы. Здесь все очень красиво расписано, вы можете почитать обо всех тонкостях, как будет работать платформа, какие фишки у RX токена, что он будет предоставлять. Обязательно почитайте, у них на сайте опять же есть информация про запатентованную эту технологию. Вот он сам патент. Как этот метод будет работать, что из себя представлять. Очень-очень интересная, перспективная команда и сильный проект. Друзья, на этом на сегодня все. Обо всех следующих фишках проекта Beatrix уже в следующем видео. До новых встреч!